приветствовать вас на своем канале. Хочу заснять видео о своем очередном эксперименте, а именно о влиянии плотности посадки на скорость роста. Есть моменты, когда люди и по 600 держат килограмм на куб, и по 500 килограмм. Я это сам все проходил, я это сам все пробовал. Но есть так называемая золотая середина, когда рыба растет быстрее всего. И вот первые два экспериментальных бассейна, на которых я и провел этот опыт. В этом бассейне под номером 10 у нас 1200 штук навеской от 60 до 100 грамм, наверное, сейчас. Здесь навеска уже, наверное, грамм под 200. Ну, сейчас мы это с вами и проверим. Здесь 600 штук, здесь 1200 штук, ровно пополам. Одинаковый объем, одинаковая температура, 3% от биомассы кормления. И сейчас проведем эксперимент, взвесим по 10 штук. И потом перейдем на выросную линию, точно так же там был проведен эксперимент, точно так же 1200 и 600. И получается в выросной системе в одном бассейне 300 особей на куб, в другом бассейне получается 600 особей на куб. И посмотрим, где лучше растет. Поехали. Штук кило 20 грамм, то есть получается средний вес 102 грамма. Вот они, вот такие вот красавчики. Это, ну, одни из самых больших. Здесь, конечно, есть и вот такие вот ребята. В общем-то, разная навесочка здесь. Это потому что большая плотность, поэтому и идет разнобой. А теперь, мы взвесим вот с этого бассейна, где сидит, у нас 600 штук. 600 штук. Так, поехали. 3, сколько? 4, 5, 6, 7, 8, 9 из 10-го красавчика. Любого первого попавшегося. Так. 10 штук, кило 360. Получается средняя навеска 136 грамм. И здесь особи такие, ну, визуально сразу видно, что они немножечко покрупнее, скажем так. И более ровная навеска. Поэтому плотность посадки — это не всегда хорошо. Это вот на данном этапе выращивания. Здесь они сидят в течение месяца, и в течение месяца получается разница в 20 грамм. Если так и дальше продолжать в такой плотности, соответственно, прогрессия будет более заметна. И я думаю, мы на большой системе это заметим. И сейчас мы переходим на большую систему. Чтобы не быть голословным, немножечко поближе посмотрим, как выглядит 1200 голов в бассейне полутораметровом. Поближе посмотрим. Здесь они лежат где-то в 3 слоя. Рыбка такая довольно-таки, прям-таки плотная посадка. Ну, я считаю, что прибегать к такой посадке нужно лишь тогда, когда у вас попросту не хватает места. А в такой посадке получается очень большой разбег в весе, очень большой каннибализм, в отличие от более разреженной посадки. То есть, если здесь, грубо говоря, есть особи, то если средний вес там 100-120 грамм,
единичные, тут есть совсем прям карандаши. И каждая такая отстающая рыбешка, ну это удар по карману любого предприятия, любого рыболода. Потому что такой плотности все-таки не вся рыба успевает насытиться, и здесь уже ярко выраженное лидерство у рыбы. Что не скажешь о бассейнах с более редкой посадкой. Там точно так же есть и отстающие, и есть лидеры. Но там это менее выражено, и там, сами видели, по весу более скоростной рост. Ну, такая навесочка 100-102 грамма. Ну, есть тут и 130, грубо говоря, есть тут и совсем маленькие. Так что сейчас мы это все пересчитаем, взвесим, раскинем в нужную нам посадку по 600 штук в бассейн и перейдем к взвешиванию большой системы. Перешли на большую систему. Посмотрим, какая плотность рыбы, какое качество воды, что касаемо, когда говорят, рыбу надо передерживать и все остальное. Посмотрите на качество воды в самовнике. Рыба кормится, никаких перерывов, все четко. Пожалуйста. То есть здесь сидит 1200 штук на 2 куба. То есть 600 штук на куб ориентировочно. Сейчас взвесим здесь и перейдем на другой бассейн. Сейчас я отловлю. Отлавливаюсь. Не очень им это нравится, конечно. Так, здесь нолик, пожалуйста. Так, нолик. Здесь у нас раз, два, три штуки. Еще семь штучек. Или можно, в принципе, пять. Ну, для чистоты эксперимента десяток. Возьмем. Еще два. Еще два. Осталось 5 штук. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Плюс 3, 8. 8. И еще 2. Ну, 7 килограмм, 6 грамм, ну, грубо говоря, средний вес 700 грамм. Ну, чтобы не было вопросов, кто хочет, нажмите на паузу, посчитайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, опять же, разбег есть здесь. Вот такая особь есть. Есть вот такого вот размера, это, наверное, уже грамм 900, а то и кило. Вот, что касаемо этого бассейна. Сейчас переходим на другой бассейн, сейчас я это все выпущу и заснимем другой бассейн. Бассейн под номером 7. Пожалуйста, то была пятерочка. 10 штук, взвешиваем, поехали. Плотность посадки 600 штук на 2 куба, то есть 300 штук. Ну, я думаю, тут, наверное, уже 300 килограмм на куб, скорее всего, а не плюс-минус, ну, визуально, по крайней мере, от 900 до килограмма. Кормятся точно так же, как и в средней системе нашей, 3%, один температурный режим у этих двух бассейнов. Ну, то есть все те же самые условия, только лишь плотность посадки. Они были рассажены, не сортируясь, то есть кинули
туда, там отсадили 600 штук, и туда все, что осталось, там 1200 штук. Вот, поэтому смотрим, что дает раздвижная плотность посадки. Погнали, 10 штук. Здесь, к сожалению, получилось поймать только одного. Нанеси, пожалуйста. Сейчас я включу вот здесь вот. Да, здесь рыбка заметно по помощнее. Пока один. Пока один. Погнали дальше. Плюс два. Снимаем одним кадром для чистоты эксперимента, чтобы потом всякие диванные замечательные ребята не говорили, там бассейн не то, либо еще что-то не соблюдено. Ну, в общем-то, знаете, да, как бывает. Поэтому тут все четко и чисто. Ну, резко не сильно отличается, но визуально уже, в принципе, видно. Так, у нас здесь 2, 4, 6 штук, еще 4. Еще 4. Не нравится, мне тоже не особо нравится мокрый. Еще два. Так. Два, четыре, шесть, восемь, еще два. А вес уже 7,5 килограмм. Ну, то есть не выборочная ловлю, сами видите, каких зачерпнул, если зачерпнул. Ну, хорошо. Так, еще один. Еще одного красавчика осталось поймать. В принципе, здесь все три одинаковые. Выпускаем. Снимаем одним кадром, чтобы ни подвоха, ни подвоха никто ничего не сказал. Кстати, Маечка. Игорь Сергеевич, тебе спасибо. Так, погнали. Здесь у нас, значит, 2, 4, 6, 8, 10. Кто хочет, нажмет на паузу, хотя они тут так и лежат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все четко. 973. 9 килограмм, 730 грамм. Следовательно, средний вес 973. Это, возвращаясь к тому, что разреженная плотность посадки и каждая особь на 200 грамм больше одного возраста. Я думаю, если было бы 240-250 штук на куб, то они были бы уже бы килограммовые. Но это следующий опыт. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кушайте рыбу, употребляйте омега-3 из мяса рыбного. Всем пока!